Древнейшая и могущественнейшая из реликвий — источник всепоглощающего огня. Тот, кто завладеет ей, сможет управлять энергией неба и земли и будет наделен безграничной силой. Это очень легендарный боец, победивший на турнире! Ого, круто! По-моему, я только зря теряю в небе в этой школе! Я уже давно мог бы стать супергероем, прикинь! Да твоя техника уже 100 лет как устарела! Давай! Чтобы стать мастером кунг-фу, нужно быть в отличной физической форме! Теперь судьба мира на земле в твоих руках! А сейчас, старика... Стой! Ее зовут Лан. Она предводительница клана убийц. Я с ней разберусь. Держите его, это чужак! Анна Хилькевич. Еще посмотрим, кто как. Нонна Гришаева. У них что там, пулеметы со стрелами? Андрей Бочаров. Кунг-фу. Кролик. Повелитель огня. В 3D и 2D. Смотрите в кинотеатрах 17 сентября.